В микрорайоне «Птицефабрика» снесли двухэтажный аварийный дом. Ветхие здания демонтируют в рамках строительства компании «Тройка РЭД» жилого комплекса «Новотомилино». На их месте застройщик возводит современные высотки и в перспективе социальные объекты. Подробности в следующем материале. Это советская двухэтажка на «Птицефабрике-6», построена в 1964 году. Почти 60-летний дом с деревянной кровлей и старыми коммуникациями признали аварийным, а жителей 12 квартир переселили в комфортные новостройки. В рамках первого этапа нами было построено 4 жилых дома. В этих 4 жилых домах нас выделен определенный пул квартир для переселенцев. Дополнительно к этому дому мы расселяем еще окружающую застройку, которая попадает под второй этап строительства. И квартиры уже на 95% переданы новым жильцам. После того, как жильцы освободили дом, сразу же началась подготовка к его сносу. Первым делом отключили коммуникации, демонтировали окна и проемы. Ордер на выполнение работ получен. И вот сейчас последние секунды перед сносом ветхого жилья. Второй этап строительства жилого комплекса «Новотомилино» включит в себя 4 разноэтажных корпуса общей площадью более 105 тысяч квадратных метров. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.